С надменным видом феодала взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало. Внизу не видно что-то лад. Среди прохожей молодежи найти друзей мечтает он. Галантных юношей похожих на рыцарей былых времен. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Он понапрасну время тратит, других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили ели, плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, заветы рыцарства храня. Конечно, ты проводишь, милый, пешком в Сокольнике меня. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Я буду спать в своей кровати, а он вас и может провожать. Тут на углу под светофором один не в меру смелый тип с большим душевным разговором к прохожей девушке прилип. Она мне крикнуть не посмела, я понял все, едва взглянул. И возмущенный до предела, я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Скандала мне совсем не кстати, а он вас должен защищать. Я в переполненном вагоне сижу удобно у окна, а стоя рядом тихо стонет старушка хрупкая одна. Я не могу смотреть на это, за вас в беде я постою. Я вам спешу помочь советом и точный адрес вам даю. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Свое местечко на фасаде он вам, мадам, готов отдать. Конечно, песня вам солгала, и краски слишком сгущены, что больше рыцарей не стало, вы думать вовсе не должны. За эту шутку не судите, не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, я назову вам, например. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Вот так.